Ребята, всем привет! Сейчас сходили в магазин, немножко закупились. Мы отдали 94 с копейками, ну почти 95 евро. И мы были в магазине Lidl. А здесь у меня апельсины по 2,49. Сколько здесь? 2 килограмма. Довольно-таки дешево для фруктов. А здесь кивер по 2,29 были, вообще тоже дешевые. Груши по евро 89 были, бананы по евро 29, затем тут виноград такой хороший, мы аж на 8 евро, ну, уже один плохой, но в основном хороший, 4,99 был. Укроп евро 99 и теперь тюльпаны. Ну, наверное, тут евро 99 стоит, если я не ошибаюсь. Ну, может, сейчас уже подороже стоит. А затем здесь еще вот такие вот помидоры, 300 грамм. Евро 99, кажется. Но вот эти помидоры очень вкусные, кстати. Затем паприка евро 99. Мне сейчас вот эта больше стала нравится, чем та другая. Ну, которая болгарский перец. Этот, у него такой более выраженный запах перца. Помидоры были 500 грамм по евро 99. Тоже по акции взяла 2 пачки. Вот этот рума салат был по 77 центов. Тоже взяла. Клубника евро 99, 2 штучки, гранатовое яблоко, ну гранат, мой любимый фрукт, евро 99, затем были сливы по 3,33, огурцы были по 49 центов, вот физалис был по евро 11, тоже по акции был, вот это по акции, молоко вот это вот 3,5, 99 центов, а 1,5 95 центов. Манго взяли по евро 99. Там взяла вот эту вот колбасу. Вот именно вот эту покупаю. Я хочу сделать оливье. Я что-то так захотела оливье. Хочу сегодня прям приготовить оливье. И вот мне только вот эта колбаса в оливье нравится. 3,49 она стоила. Я купила вот такую вот колбасу. Кстати, вот эти всякие колбасы Фабиан вообще не ест. Ну... А я люблю иногда. Яйца самые дешевые, вот такие вообще горошки. Сколько они? 3,49, кажется, стоят. Творог. Евро 99 вот этот купила. Вкусный. Я сейчас стала утром часто творог кушать опять. И вечером со сметаной вкусно. Затем сметану взяла, не знаю сколько, 79, кажется. Датль, финики по евро 49. Кашкавал, это сыр, здесь сколько, 750 грамм, он стоил 4,99, кажется. И вот такие вот, ну, как бы картошка, что-то такое, такое взяли, тут килограмм, стоило оно 2,99 или 3,49, не знаю, точно не знаю. Мука по 70 с чем-то центов, сахар евро 49, у меня вся мука закончилась. Я хотела, вообще была несколько недель тому назад такая хорошая мука по акции, но я что-то не купила, не пошли в магазин, и теперь, ну, вот это тоже довольно-таки хорошая, так что. Лук евро 99, но я хочу сказать, лук это вообще купить хороший, это невыносимо. Он весь какой-то гнилой, я его там весь перелапала, то там возьмешь гнилой, то там, короче, не знаю. Фабиан себе тут мармелад, не мармелад, а варенье купил клубничное. Он только, например, клубничное варенье любит. Ну все, он ест варенье, но клубничное это прям его фаворит. Евро 39. А я, например, перестала любить клубничное варенье. Раньше я очень его любила, но сейчас как-то нет. 79 центов томаты. Потом актимель. Вот такие вот баночки пи. Не знаю, сколько стоили, но я думаю, они были по акции. И вот такой вот активия йогурт. Затем вот этот вот йогурт был в подарок. Купила вот такие вот штройзы, но они какие-то не очень яркие. Но думаю, лучше какие-нибудь, чем вообще никаких и не иметь. А булочки такие вот простые, даже не знаю, сколько стоили. Вот такие вот булочки еще стоят для себя. Я, вот Фабиан больше такие любит, я больше такие люблю. Они 79 центов, стоили 3 штуки. Затем хлеб вот такой вот взяли, тоже хорошенький. Я его заморожу, и потом каждый день, если когда надо мне хлеб, я вот так, ну, сколько мне надо кусочков, вытаскиваю за 2 часа раньше, и все, всегда свежий хлеб. А затем здесь еще слойки с яблоком, 3 штуки, тоже по акции были. Затем еще костерный хлеб, и вот такие вот штучки я беру, иногда тоже вкусные. Сколько они стоят, даже не могу сказать.
И затем мы еще купили таких два пакета. Тут актимель, который выпал, я их просто скинула. Сейчас посмотрим, что в них. Здесь айсберг салат. Классно. Мы салаты любим очень много. Здесь два банана. Можно сейчас здесь расходовать. Потом пекинская капуста. Я ее, кстати, не очень, но попробую. Может быть, что-то сейчас сделаю. Затем здесь еще, о, видите, уже плохой салат тут. Нужно не буду просто выкинуть или только посмотрю. Такой рома-салат, как я покупала здесь. Одно яблоко, груша. Ну, короче, хочу сказать, они стали плохой класс. Тоже груша не очень хорошая. И две маленьких картошки. Это один пакет. И посмотрим, что в этом пакете. Здесь капуста. Как она называется? Блюмколь. Это блюмколь. Вот это вот капуста. Вот этот пакет лучше. Там здесь бананы. Гнилой апельсин. Это уже вообще не наглый. Раньше такого не было. Еще много картошки. И яблоки. Яблоки тоже хорошие, картошка хорошая. Так, вот такой вот пакет стоит 3 евро. Так что иногда выгодно покупать. Но жалко, что они тоже уже гнилье кладут. Например, апельсин гнилой и салат гнилой. И за вот это все мы отдали 95 евро. Ну, а вам я говорю спасибо. У меня уже телефон звонит. Мы увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.